За труды сотрудников коммунальных систем Московской области наградили на торжественном концерте, который состоялся в Зимнем театре. Мимо представленной техники аварийно-восстановительной службы Александр Кириченко пройти не может. Оно и понятно. Мужчина в сфере ЖКХ отдал более 20 лет. А интересовала она Александра с детства. Часто наблюдал за работой коммунальщиков. В доме, где он жил, находился один из участков Мосэнерго. Авария, если коротко, это повреждение, разрушение оборудования. Должен вам сказать, что за многолетнюю работу ни одной аварии на верное оборудование не было. Это труд много большого количества людей. В зале все те, кто днем и ночью, в будни и праздники на посту. От них зависит исправность работы котельных, наличие воды в кранах, тепло в квартирах. На предприятии КСМО работают 1800 сотрудников. Ресурсами они обеспечивают более 500 000 человек. За последние 5 лет предприятие увеличилось в несколько раз. Все это благодаря восточной сети водоснабжения, благодаря тому, что именно эта вода стала поступать в города Московской области. И, соответственно, по пути следования этой воды мы организовывали филиалы, которые обслуживают сети водоснабжения для нужд населения. В торжественной обстановке чествовали отличившихся сотрудников КСМО. Среди них начальник отдела современного контроля, машинист насосных установок, слесарь аварийно-восстановительных работ. Каждого из них наградили грамотой и благодарственным письмом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области за высокий профессионализм и большой вклад в развитие данной сферы. Мне бы хотелось поблагодарить каждого сотрудника за ваш труд. Безусловно, сказать огромную благодарность и выразить главе Геннадию Олеговичу, потому как если бы не администрация и все наши последующие территории, которые здесь присутствуют, если бы их не было, то мы бы также не реализовали все те задачи, которые нам поставил губернатор. Не обошлось без наград от глав городских округов Электростали, Лосино-Петровского, Богородского. Глава Орехово-Зуевского городского округа благодарственными письмами наградил мастеров и рабочих предприятия коммунальной системы. Мы в самое непростое время для нашего коммунального комплекса, а точнее сказать, для теплоснабжения, систем теплоснабжения нашего Орехово-Зуева, подхватили и, в общем-то, создали даже для этого филиал и взяли на себя очень непростую миссию обеспечить качественным теплоснабжением жителей нашего города. И с этим вы действительно достойно справляетесь. Говорили об уже исполненных планах и реализованных программах, а также задачах на будущее. Начиная с этого года предстоит обеспечить качественной питьевой водой каждого жителя, дойти до каждого крана.